Всем добрый день. Мы решили, что я запишу короткое видео. Объясню, почему у нас нет свежих роликов на канале. У нас вся семья свалилась, мы все заболели. Мне и мужу мы сделали платные тесты, написано «обнаружено». Это для того, чтобы уж вот действительно точно знать, что у нас за болячка такая. Детям делали бесплатные тесты. И то, если честно, я дозванивалась до заведующей. А так мне объяснили, что теперь по новым положениям детям тесты не делают. Более того, именно 6 февраля, в тот день, когда мы получили свои ответы, мы 5-го сдали, 6-го нам на электронку пришли вот эти вот инвитровские ответы. Именно 6 февраля вступило в положение новое правило. Болезнь ковидом, так что ли я скажу, я не знаю, может я... Ну, я своими словами. Вот, по этим новым правилам, теперь, если человек заболел, отсчитываете 7 дней, и вуаля. Если у вас нет никаких симптомов, идете там работать или учиться. А если есть какие-то симптомы, то лечите уже их как другую болезнь, вот по этим симптомам. Наверное, считается, что у всех теперь омикрон, я так думаю. Ну, по детям тоже мне говорили, что тесты детям теперь сдавать не обязательно. Тоже отсчитывайте 7 дней. Через 7 дней дети считаются автоматически здоровыми. И приходите за справкой в поликлинику, и дети идут в школу. Ну, в общем, вот так. Передайте это тем людям, которые вот до реанимации, как говорится, доходят, да? Мы, конечно, не до реанимации, слава богу, все более-менее еще. Но тоже никому не пожелаешь вот так поболеть, нет уж. Так что, если кто не знает, будьте в курсе, что теперь 2 недели изоляции отменили. Теперь изоляция 7 дней. У нас сегодня... Еще и у мужа день рождения. Записываю я это 9 февраля. Сергею исполняется 52 года. Большой совсем, взрослый стал. Конечно, праздника уже вот не получается, но тортик он съездил, купил, чтобы детей порадовать. Даша еще сюрпризиков ждет. Ей очень понравилось за маленькие короткие стишки получать подарки. Но к этому мы не подготовились, если честно. Даже не знаю, о чем это записать. Пока вот мы перевариваем вот эту информацию о том, что теперь 7 дней болеют все. Ну, к слову сказать, у меня, например, 11 день температура. Как болеть 7 дней, я не знаю. Планов у нас новых нет. Как только мы выздоровеем, мы дальше будем снимать, что у нас происходит, что и как. Впереди школа, впереди каникулы весенние будут. Погода уже налаживается. И то, что показывают на Кубани вот эти потопы, если кто-то переживает, то мы как раз не в зоне подтопления. У нас все хорошо. У нас даже участок нормальный, сухой. Вообще вся станица, она не плавает. На дорогах все хорошо. Похуже обстановка это вот где Славянск на Кубани. И там еще ближе уже вот теплее к Анапе. Вот в этих районах Крымский район. Тут, наверное, похуже дело обстоит. Сегодня тоже смотрели новости, вплоть до того, что с рек даже рыбы заплывают в огород. Ну, в общем, о чем говорить. Вода в домах стоит. У нас, слава богу, такого нет. У нас все хорошо. О чем еще нам сказать? Ну, коротенькое видео. В общем, не болейте. Всем всего хорошего. Мы выздоровеем. Будем снова снимать наши ролики. Василиса Сергеевна, может, ты телефончик-то опустишь? А? Не могу. Почему не можешь? Потому что не снимаю. Вася, я ругаться сейчас буду. Вася, у нас фруктовый салат захотела.
на ужин. Ну-ка посмотри на меня, красота моя. Вот так вот мы. В общем, у нас вторая неделя на исходе. Нет, у нас не было роликов, мы тут не снимали. То, что мы выкладывали последние ролики, это был отснятый материал заранее. Мы его просто выложили. А так всей семьей болеем. Никита не болеет. Никите тоже не очень хорошо. Тоже сейчас лежит. Ну и все, у нас цепочка. Да еще какая. Как раньше говорили, да, вирус, квартирус. Ты бы сразу прибирала, чтобы у тебя тут чистенько все около доски-то было. Или ты все потом уберешь? У меня ничего нету. Нету, нету, да. Все чистенько у тебя. Сегодня у нас еще раз врач приходил к Василисе. Василиса у нас вчера вообще обоняние потеряла. Ничего не чувствуешь, Вася? Нет. Мы и уксус ей давали нюхать, и вот эфирное масло. Хренатин давали. Хренатин. Горлодёрку. В общем, не чувствует. Горлодёры? Ну, кто как называет? А это кто, те, которые горло дерут? Да. Помидорка с хреном. Что-то у меня всё телефон гаснет. Ага. Эй, молодца. Готовит, готовит, раз и кусочек в рот. Ну как же не наесться-то, Вася?